Not. Ну, все, все, все. О, это ты! Никогда о твоей помощи не забуду. Откуда ты меня знаешь? Мы виделись давным-давно в Бракелоне. Боюсь, я не помню. Ничего удивительного, ты был ранен. И если бы не забота Дриад, вряд ли бы мы с тобой сейчас разговаривали. Это было так давно, что мне кажется, будто все случилось в другой жизни. А может, так оно и есть. Я бы с радостью взглянул на твои товары. Вафаэль. Приветствую, Гвинблейд. Может, поторгуем? Ты играешь в Гвинт? А тебе что, не с кем играть? Всегда приятно сразиться с кем-то новым. Ладно. На безрыбье рак, рыба. Я даже поставлю уникальную карту. Ну, доставай колоду. Thank you.
А я так надеялся. Но ничего не поделаешь. Ты честно выиграл эту карту. Я боюсь смерти. Знаем мы вас, Ривских. Очередной приблуда из тебя. Смилуйтесь, господин. Какая из меня есть? Хочешь выйти против нашего чемпиона? Иди себя прилично, хулиган. Меня зовут Геральт. Пат Грубер, я принимаю ставки. Ты же драться будешь? Я готов. Вы слышали? Поединок начинается! Наш чемпион Арчибальд О'Нейл выйдет против Геральта! Начали! Не был бы такой бледный. Иди, иди сюда. Чемпион, который только что сверг с трона Арчибальда О'Нейла. Браво, Геральт! Это был прекрасный бой! И с кем мне драться, чтобы стать лучшим в Новиграде?
Теперь ты можешь бороться с одним из двух чемпионов на выбор. С Капром или с капитаном Мортимером из Храмовой Стражи. Держи награду. Интересно, как вечный огонь. Если бы ты лук... то не был бы такой бледный. А! Пощадите! Скучно! А! Не могу! Пляши, Карпе! Пляши! Эй, ты! Я тебе говорю! В сапогах не клюпает! Оу! Рад вас видеть. Можно подраться и с этим вашим Георгом. Внимание, внимание! Вот этот ведьмак выйдет на ристалище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, прозываемого также Капром. А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем. Правила простые. Если победишь Георга, получишь полный кошель. Есть еще что-то, о чем мне надо знать? Покажи красивый бой, и публика тебя полюбит. А приветствуем на ринге соперников Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Копер. Пусть победит сильнейший. С меня хватит. Иди, иди сюда. Ну давай, сука! Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт! Вот твоя награда! Есть еще Мортимер, капитан стражи. У него пост у Оксенфуртских ворот. Такой ливень, а этот носится, как кот с клубком. Храмовый стражи, железный Мортимер, найдется ли достойный соперник для капитана?
А второй меч у тебя на случай, если первый сломается. Разумно. Я Геральт. Неважно, как тебя зовут. Неважно, откуда ты родом. Важно, хочешь ли ты драться с капитаном Мортимером. Начнем, я готов. Бой! Иди, иди сюда. Отряд, за мной! Геральт из Ривии сверг капитана Мортимера! Вот твоя награда, чемпион! Ты доказал, что достоин сразиться с чемпионом Новиграда Дурденом Портным. Он живет в Застенье. Там же состоится бой. Приходи, как стемнеет. Мы уже зависим от черных. Экономически. Вот ведь! Тоже хочешь подзаработать? Когда-то давно... Вот что тебя ждет! Те, кто жил добродетельно, чтобы хоть дети получили... Вышел моряк. До первого блюда. Ветер. Такие проблемы. О, что ж творится? Скучно, мать его, идти. А, дубина!
Слушайся, меня не запугаешь. Очередной приблуда из тебя. О-во-во-во-во, не тушься, меня не запугаешь. В жизни надо рисковать, а то все просрешь. Эй, Седой, а ты чё такой белый? О-во-во-во-во, не тушься, меня не запугай. Приветствую. Это здесь? Привет, ведьмак. Немного дальше. Ты готов? Веди. Отлично. Сюда. Человека-короля нищих зовут Жесть. Что ты о нем знаешь? Немного. Его легко рассердить, так что торгуйся осторожно. Он нам нужен больше, чем мы ему. Они староваты для любви. Ты должен был прийти один, эльф. Это кто такой? Заботливый друг. Ах, да. Добро. Значит так. Шеф говорит, раз уж идти на открытый конфликт с тесаком, это дело должно окупиться. У нас одно предложение. Торга не будет. Ну, попробуй нас удивить. Постоянные поставки железа будут вам стоить 50% от дохода. Мы дадим вам 25. Кто такой, чтобы ставить условия королю нищих? 35 – мое последнее слово. Двадцать пять процентов и не больше. И скидки для вас в мастерской. Да ты спятил, бродяга. Ничего не выйдет. Пойдем, ребята. Ладно, мы примем ваше предложение. Но может... Может, тебе уже пора домой, эльф? Согласен. Приятно иметь с вами дело. Ой, жесть, жесть. Что-то тебя переклинило по пьяни. Это территория тесака, нищеброд. Зараза, это еще кто? Люди тесака. Быстро он узнал. Где? Что нам делать? Да. Не справимся! Шевелись, сюда! Геральт, быстрее! Закрывайте ворота! Быстро! Вдруг к ним подмога придет! Осторожно! Вдруг они и там тоже! За мной!
Но ничего. Я надеюсь, нам это окупится. То есть мы можем рассчитывать на ваши поставки? За кого ты меня принимаешь? Дал я слово или нет? Но на вашем месте я бы нанял охрану. Никогда не знаешь, чего ждать от тесака. Может, ты дашь нам кого-нибудь в охрану? Несколько говнюков тесака выжило, так что он наверняка уже обо всем знает. Охранников у меня для вас нет, так что на вашем месте я бы залег на дно, хоть на время. Спасибо тебе, Жесть. Рано или поздно начальство договорится, и вас оставят в покое. Только до тех пор надо дожить. Ну, что теперь? Пока мы тут ля-ля, дружок-то твой смылся. Зараза. Эй, подожди! Удачи! Хатори, подожди! Хатори, ты там? Отвори! Не в жизнь! Оставь меня в покое! Не глупи, впусти меня! Никогда! Я отсюда не выйду до Мидинвайрне! Прости, Геральт. Это была ошибка. Вести дела с этими бандитами. Поздновато раскаиваться. Король нищих наладит тебе поставки. И что тогда? Чем ты собираешься ему платить? Во что я ввязался? Геральт, ты обязан мне помочь. Нет, не обязан. Я ведьмак, а не охранник. Вот именно. Ты мог бы подыскать мне охранника. Геральт, умоляю, они ведь убьют меня. У тебя есть кто-нибудь конкретный на примете? Есть такой наемник. Сукрус. Он часто выпивает в Осетре. Это старый пират со Скеллиги. Здоровый, как амбар. Такой даже дюжины тесаков не побоится. Ты не можешь сам с ним поговорить? Понимаешь, мы расстались немного в ссоре. То есть он требовал премии, а я... А ты ему не заплатил, отлично. И что ты предлагаешь? Мне еще и денег ему дать? Вы наверняка договоритесь. Геральт, не оставляй меня так. Самый знаменитый бордель в Новиграде — это Пассифлора. Но есть еще Хромоножка, Шалкей и уличные девки. Хромоножка-то как круче! Красавчик! Не мешает им, что у них под боком такое распустит? Эй, вообще в Новиград пускать нельзя. Табанщик, флоры, грязь из-под ногтей Хейндаля. Трой тебя в задницу трахну. Тирша! Тирша! Давай деньги, тряпка! Матери своей это скажи. Лучше не вмешиваться. Куда прешь?
Не видишь, мы разговариваем. Так это был разговор? Не твое собачье дело. Тоже в рыло хочешь? О! Ну давай! Прости, но ты сам напросился. Геральт меня зовут. Сукрус, а ты, приятель, молодец. Заполируем пивком? Идем, внутри поговорим. Геральт, что тебя сюда привело? Из-за чего ты с купцом-то подрался? Эх, где были глаза у моей сестрички, когда она шла замуж за этого хряка? Он твой зять? Зять не зять, один хрен. Сперва подлизывался. Привези меды со скеллиги, оба разбогатеем. А как я расстарался, так все больше про непредвиденные обстоятельства, стоимость хранения и всякие «нет, ты, брут, ты». Фу. Хуже нет, чем вести дела с собственной семьей. Золотые слова, друг. Я ищу охранника. Ты не интересуешься? Почему нет, если есть деньги? Вот прямо сейчас нету. А, значит, бартер. Я тебе, а ты мне. Хаттори, я тебя убью. Ну, допустим. А что ты предлагаешь? Зять мне денег должен. Верни их, тогда и поговорим. Ах, зараза. Ладно, я этим займусь. Где его искать? А тут недалеко, в доках. Знаешь что? В общем, мне уже домашние эти его деньги. Так что, если ничего не вернешь, то и ладно. Так что сделать-то? А разнеси ему весь запас меда, который я привез с Сан-Скеллига. Ребячество какое-то. Да, зато все по справедливости. А? Где-то я тебя видел. Я тебе морду не бил? А ну-ка спрячь это. Привет, мрачненький. Дайте жить спокойно. Вечный огонь нас хранит. Ну и такой вот ведьмак иногда тоже наш. Что принести? Покажи мне свои товары. Будь здоров.
завтра, купи сегодня! Приветствую. Я поручитель господина Сукруса. Пришел, чтобы... Господина? Хама, а не господина. Неграмотные дел не ведут. Передай, что я ему заплачу, когда на Скеллиге вырастут пальмы. Из-за чего вы поссорились с Сукрусом? Я, видишь ли, решил возить сюда мед. Гиблое дело, скажу я тебе. Такую пошлину тут захерачили, что у меня аж яйца сжались. Вот я и заплатил этой деревенщине по договору за вычетом пошлин. Скорее на Скеллиге вырастут... Знаю, знаю. На Скеллиге выросли пальмы. Заплати Сукрусу. Не может быть. Конечно, я заплачу Сукрусу. Может, аккредитив у Вивальди, да? Так я уже бегу. Глазища у тебя змеиные, а язык? Черные? Рядами? Привет, мрачненький. Ой, да ну его. Привет. Салют. Как там дела, Геральт? Я все устроил. Он сказал, что выпишет тебе аккредитив в банке Вивальди. Правда? Золотой ты парень. Ну так что, кому звездюлей-то ответь? Пока что надо просто присмотреть. Есть такой мечник, вы, кажется, знакомы. Эйвор Хаттори, эльфишка-то. Он меня как-то на топорах развести хотел, курица Дрена. И что? И на него работает? Можно и так сказать. Мы вместе ликвидируем монополию на кузнечные услуги в Новиграде. У-у-у, это дело хорошее. Раз уж ты за него ручаешься, друг, то почему нет? Соберу только пару ребят, и можно идти. Ты что такой белый? Рома и ужина не отказывай. Оставь меня в покое. Здравствуй, дядя Яна. Привет, мрачненький. Ты
Привет, Хатори. Вижу, Сукрус тебя уже нашел. Вы договорились? Привет, Геральт. Да, мне пришлось отпустить ему несколько топоров по оптовой цене. Ну да что там, спасибо. Можно у тебя сейчас что-нибудь заказать? К сожалению, нет. Мне кое-чего не хватает. Дай угадаю. Все сырье у Эрнста Ван Хорна. Верно. Он скупил все по низким ценам, когда многие мечники бросили ремесло. А теперь сидит на запасах, как курица на яйцах. А вот если бы... Нет, ты наверняка не согласишься. На что я не соглашусь? Я знаю, где Ван Хорн держит все свои запасы. Ему за всю жизнь столько не использовать. Может, как-нибудь позаимствовать немного? Во что ты меня опять впутываешь? Я уже понял, что когда ты говоришь «одолжить», то имеешь в виду «украсть». Обокрасть вора — не грех. А что, та самая легендарная справедливость? Во что я опять ввязался и зачем? Как это зачем? Лучший на свете меч! Доспехи, требушеты, катапульты! Ну хорошо, допустим, я соглашусь на это безумие. Как ты себе представ... Склад Ван Хорна находится в доках. Материалы чертовски тяжелые. Пусть Сукрус возьмет своих ребят. Ага, и вот еще что. Нужные мне ящики пахнут нашатырем. Привет. Здорово, Геральт. Как дела? Который выдумал для нас задание. Здорово. А то я что-то заскучал уже. Нам предстоит одолжить несколько ящиков со склада Эрнста Ван Хорна, а узнаем их по запаху нашатыря. Это можно. Я знаю, где у него товар. Пойду с ребятами разведаю окрестности. Встречаемся рядом со сетром. Хорошо. Когда? Ну, как когда? Так стемнеет. Там и увидимся. Ладно, мы уже все знаем. Стражник один у входа. Я им займусь. Я так и подумал. Нюх у меня скверный, так что нужные ящики я не найду. Пометь мило, что забирать, а мы сообразим за это время какую-нибудь тележку. Ладно, а что делать, когда я закончу? Да просто выходи со склада, и мы сразу двинемся. Чары какие-то,
клянусь троллем. Что тут творится? Отец был печником, мать да усилила. А эш, мать, какие-нибудь. Да ну его. Что такое? А это ты? Я тебя узнал. Господин Краснолюд, это тот обманщик и злодей. Ты меня что, преследуешь? Етить колотить, хватит вздор-то нести. Я же его знаю, это же ведьмак Геральт. Что слышно, сударь-ведьмак? Ведьмак? Ну, теперь все ясно. Господин Краснолюд, не слушайте его. Зачарует он у вас собачий хвост. Ты что, с троллем башкой поменялся? Кореш Ярпина Зигрина мой кореш. Уматывай отсюда, пока я добрый. Быстро! Абракадабра, чары-мары, фокус-покус. Что это вы, мастер-ведьмак? Чего ищете на складе Ванхорна? Мне надо войти внутрь. И вынести оттуда... Несколько ящиков с материалами для кузнечного ремесла. И что мне потом сказать тесаку? Что я знал пароль. Славно вы там поработали в Вергене, сударь-ведьмак. А пароль такой. Жираф входит в шкаф. И где тут материалы? Действительно воняет нашатырем. Кажется, здесь. Теперь все. Осталось только дать сигнал. Что, не знаешь, чей это склад, козлоёб? Эй, Геральт, вот эта срань, про которую нам Хаттори говорил, он же вроде с тесаком спит, или как-то так? Сокрус, что ты тут с этим колдуном? Я все понял. Ну ты меня и разыграл. Так вас Хаттори послал? Сраный нелюдь пожалеет, что его мать пуповиной не удушила. Но сперва мы вас крабом скормим. Руки прочь от моего зятя, свиное рыло. Только я его могу лупить, ясно? Эй, зятёк, херач с нами грёбаных нордлингов. Давай, Геральт, вперед! Не торопись, Сукрус. Давай поговорим. Мне зятя надо спасать. Бей их! Таким махаром можно Нильфгард завоевать. Прости, Сукрус, я люблю тебя как брата, немытая ты скотина. Мир. Эх, зятёк, и зачем нам все это было надо? Ну, конечно, мир. Где дракар, который меня сшиб? Не хочу портить вашу семейную идиллию, но что мы будем делать с Ванхорном? А свезем его на Скиль, пока он не прочухался. Не будет он вам больше гадить. А там, глядишь, может и дело какое развернем. Только ящики сперва надо Хаттори отвезти. Это верно, мне к нему тоже надо бы заглянуть. Боги, костлявая, за мной пришла. Куда спешишь? Моя мамочка вам привет передала. Приветствую, Эйвор.
Гер, живой и здоровый. Он самый. У тебя все в порядке? Лучше и быть не может. После того, как уехал Ван Хорн, Тесак потерял всякий интерес к мечникам. Снова можно ковать мечи и не бояться, что мастерскую спалят. Я рад. А я-то как рад. Мне больше не нужен Сокрус. И я могу посвятить себя любимому делу. Спасибо, ведьмак. Теперь-то ты выкуешь для меня нечто особенное. Разумеется. В конце концов, мы же договорились. Заходи через несколько дней за новым мечом. Что же дело с Вольтестом-то? Сейчас узнаем, сохранит ли портной титул чемпиона. Сохрани. Мы ждали тебя. Уже принимаем ставки. Ты был взвешен, измерен и найден легким. В каком из миров ты мог бы меня победить? С виду чужак худосочный, но не забывайте. В Велине он одолел самого сержанта. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Нет, я первый. Знаешь, почему меня называют портным? Я раскроил немало людей. Вот этими вот руками. Я знал, что ты расскажешь какую-нибудь говенную историю. Я пришел сюда драться с портным, так что начнем. Жители Новиграда, через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против портного. Ну-ка иди ко мне, дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Больше не чемпион. С этой минуты титул принадлежит Геральту. А если хочешь еще кому-нибудь рыло начистить, в Велине и на Скеллиге тоже найдутся мастера кулаки почесать. Успокою. Пора переменить окружение.
Алена...